установка бокового дефлектора 2D от компании Стрелка 11 на Volkswagen Caddy третьего поколения, также третьего поколения рестайлинг. Перед тем, как установить, дается спиртовая салфетка. Протираете там, где клеите. Видите, мы уже открыли окно для условия проветривания. Ну, конечно, все уже протерли. Установка, снимаем защитную пленку. Установка идет по верхней части резиновой окантовки. Не по самой, а вот именно выпуклой детали. И также переходит на уже железную деталь двери. То есть, видите, здесь он вот так вот сделан. Установили, переходим к передней части. Смотрим, чтобы у нас все ровно шло. Все. Теперь спокойно снимаем защитную пленку и приклеиваем. Берем что-то чистое и с усилием приклеиваем, где идет скотч. Сейчас мы будем снимать защитную пленку. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.